Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами Вика. Я, как всегда, веду свои репортажи из Франции. И сегодня в рубрике «Дизайн карьеры» я хочу продолжить тему осознания, осознанность. И вам в помощь я решила каждый понедельник выкладывать маленькое видео для того, чтобы немножко как бы вам помочь в продвижении в осознанности, потому что на самом деле это такой процесс очень, очень сложный, и иногда не знаешь, как быть, как лучше поступить и что делать. Я сегодня вам предлагаю такую небольшую забаву. У меня есть, недавно мне в руки попали такие карты, карты издательства «Колесо жизни». И карты носят название «Магия жизни». Они вот в такой волшебной коробочке. Здесь 33 карты. И если вы можете то прочесть, то вот здесь на этой подставочке можно прочесть, что мне нужно осознать сегодня, в каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. И я каждый понедельник предлагаю, я вам буду делать вот такой расклад, вынимать по одной карте, чтобы можно было задуматься на неделю и в течение недели что-то одно отрабатывать в себе. Эти карты – это источник обновления, как беспрепятственно преодолевать жизненные преграды, как уходить от разочарования и апатии, как не терять интерес к жизни и мотивацию, как удержаться в позитиве, когда вокруг много негатива и депрессивности, как поддерживать веру в себя и в свое будущее, как понять, кто вы есть на самом деле. Итак, как мы будем делать? Я вам предлагаю, сейчас я тусую карты и рассказываю вам. Я вам предлагаю загадать цифру от 1 до 3. Почему? Потому что я вытащу 3 разные карты, и кто какую цифру загадал, тот и будет работать с той картой, кому какая выпадет. Загадали карты 1, 2, 3? Карты, простите, загадали номера от 1, 2 или 3? Загадали, да? Хорошо, сейчас я вытаскиваю первую карту, и эта карта будет для тех, кто загадал цифру 1. Итак, для цифры 1 у нас сегодня выпадает карта. Ух ты, какая красивая карта. Выпадает вот такая красивая карта, смотрите. И я читаю, что на ней написано. Мой ум в центре бесконечного разума, понимающего мое благо. Я заодно с творческой силой, которая материализует мои желания. Я еще раз показываю, кто загадал цифру 1, вот ваша карта. Вы можете прям с экрана сфотографировать и сохранить себе в телефоне, и всю неделю носить эту карту с собой. Если у вас возникают какие-то сложные ситуации, обращайтесь к этой карте, она ваша подсказка на всю неделю. Теперь вытаскиваю карту для тех, кто загадал цифру 2. С чем вы будете всю неделю работать? Давайте посмотрим, какая будет ваша карта. Так, для цифры 2. Оп! Ух ты, смотрите тоже, какая красивая карта. Видите, такая дорога длинная, аллея, и вдалеке этой аллеи красивый голубой свет, непонятно, то ли там река, то ли что, и написано «Я готов и открыт к еще большему успеху». Вы, если даже не знаете, как работать с этой картой, просто фотографируйте, каждый день повторяйте эту аффирмацию. Поверьте мне, эти аффирмации будут работать и помогать вам. Так, мы вытащили карты для цифры 1 и для цифры 2. И сейчас я вытаскиваю карту для тех, кто загадал цифру 3. Смотрим, что выпадет вам. Какая карта? И что вам нужно осознать? И над чем работать, чтобы ваша жизнь стала еще лучше. Итак, карта для цифры 3. Кто загадал цифру 3? И вам выпадает вот такой вот сундук, смотрите, сундук с деньгами. И что здесь написано? Я разрешаю своим творческим способностям обеспечивать меня потоком практических идей о том, как увеличить мой доход. Троечки, пожалуйста, фотографируйте вашу карту и всю неделю просто повторяйте эти аффирмации. Думайте, почему вам каждому из вас выпала какая-то определенная карта. И эти карты действительно, они очень... С позитивной энергией я тоже пользуюсь часто этими картами, когда у меня в течение дня вдруг возникает какой-то вопрос, я задаю вопрос, и карта мне дает ответ.
На этом я вам желаю хорошей, легкой недели, мои дорогие, и не пропускайте новых видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, и ставьте лайки. Всего хорошего и до новых встреч. Пока!